будет обработать этот фитофтор. Она сбольшая постоянно. Пинчики. Ну, как всегда, любимый потулок. Везде. Ну, это одна плантация, одна из плантаций арахиса. Арбузики. Арбузики у нас всегда доспевают. Поэтому арбузики есть. Каждый год свои. Сейчас покажу новый сорт. Экспериментальный. Вот. Вот такие в этом году. Красавчики. Ого-го. Семена покупал. Сейчас скажу. Это сорт был солнечный. Март. Алибаба 40 разбойников. 100 семян разных. Ну, они тут и идут разные. Есть такие. Есть такие, все они ранние. Очень довольна. Посмотрим, как они созреют. Могу сказать, очень довольна семенами. Красавчики.